Известная во всем мире. Она организатор и вдохновитель крупнейшей детской и молодежной общественной организации «Байкальский скаут», которой в этом году исполнится 30 лет. Анна Шабадоева была автором сотен научных публикаций, имела несколько званий и наград. Кандидат исторических наук, доцент кафедры правового обеспечения национальной безопасности Байкальского университета. Анна была моим другом. Она была мне не подругой, она была именно друг. Она как раз исследовала детские и молодежные движения дореволюционной России. И прежде всего это скаутинг. И как всякий человек неравнодушный, заинтересованный, она захотела проверить на практике то, что она изучала в теории, в истории. И поэтому в 91 году они создали общество возрождения скаутизма. Сначала это называлось так. Не 41-й, прорвемся. Ее любимое выражение. Название для книги выбрали быстро. Она из двух частей. В первой – публицистические тексты Анны. А вторая – воспоминания близких, которых у нее было немало. Говорят, у главного скаута Иркутска был сильный дар преподавания. А ее учебники истории сегодня звучат слова «лучший», в том числе для подготовки к ЕГЭ. Вклад ее в науку, вклад в историческую науку, мы пока даже не можем его осознать. Он будет продолжать исследоваться далее. Мы грустим сегодня, но в то же время это праздник. Это праздник науки, праздник истории, праздник для нашего города. И с этим нашим общим праздником я вас всех поздравляю. Давайте обязательно прочтем эту книгу и расскажем о ней нашим друзьям и знакомым. Сейчас коллеги готовятся издать большой сборник ее работ. И говорят, что это будет не последняя книга с ее именем на обложке. Алена Чеховская, Иван Прокудин, Аист ТВ.